Школьника придавило грунтом опоры моста в деревне под Могилевом. Подросток в тяжелом, но стабильном состоянии, говорят медики. Следствие же пытается разобраться в причинах ЧП. Известно, что в деревне Никитиничи под мостом играла компания ребят. Как рассказали очевидцы, один начал бить по спрессованному грунту, находящемуся на опоре моста. Мол, пытался сбросить его в реку. В этот момент и произошло обрушение. В итоге глыба грунта придавила школьника. На место происшествия приехали медики и следственно-оперативная группа. Пострадавшего мальчика забрали в больницу в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию. По словам медиков, все прошло успешно. И сейчас следователи разбираются, какая организация ответственна за техническое состояние моста и правильно ли он эксплуатировался. Следователи разбираются, какая организация ответственна за техническое состояние моста, правильно ли он эксплуатировался, должен ли был этот грунт там находиться.